Боюсь, мы сейчас все пропустим. Ребята, всем привет! Мы собираемся сейчас к испанцам праздновать Рождество. Это подарок. Алёшка заворачивает. Купили вчера ленты, упаковочную бумагу, конфетка, трюфелик. Трюфелик. Погода у нас отличная. Ну, около 20 градусов. Олег там весь в делах. О, вот этот поворот. Вот что-то у меня заложенные уши. Так что я это такая в такой небольшой прострации хожу сегодня. О, вон ее подъезд. Ну что, ребят, мы пришли в гости наконец-то и немножко опоздали, только по той причине, что у нас была очень важная встреча с человеком. Ну и сейчас наконец-то мы пришли к ребятам. Все, мы уже в гостях. Здесь, слава богу, есть маленький ребенок. Эрику уже весело. Они спокойненько играют сейчас в машинке. И общаемся мы на английском языке, потому что испанский у нас сейчас совсем хромает, а хоть какое-то знание английского у нас есть. Вот сейчас рассказываем про то, что мы купили дом, где он находится, ну, в общем, такие моменты. Такая специальная подставка, и он отрезает хамон. Нету под рукой фотоаппарата, снимаем на телефон. Смотри, да, какая да, красота. Да, клево. You have a house, an old segundo. Why do you... A good shark. Pues podemos vivir allí, pero es viejo y tenemos que... Так, вот это рулет из курицы. А, значит, вот это, она сказала, это закуска. Как я поняла, что это баклажановая икра. Ее тоже делают в Румынии. Значит, ребята, они сами по себе не испанцы, они просто живут в Испании, они румыны. Значит, здесь, я не знаю, если честно, что это такое. Будем еще пробовать. Там салатик, это салатик, хамон. А, некоторые, оказывается, испанцы не едят свинью. Не едят свинину. А потому что вот девушка, ее зовут Шакира, и она не ест свинину вместе со всей своей семьей. Вот, ну это нас, конечно, удивило. Ну что, всем, кто кушает, приятного аппетита. Значит, оказалось то, что в яйце это овощной паштет, со смешанный яичным желтком и пастой. Вот что же это, представляете? Я очень люблю что-то создавать руками, и я это делаю. Дедушка Мороз тут. Be careful. Дедушка Мороз. Смотри, идет снег. Ротик закрывай, когда кашляешь. Не кашляй на человека, закрывай рот. Закрывай рот, когда кашляешь. Молодец. Very good boy. Bubbles. Bubbles. Yes. And snowman. Yes. You got it. Snow. Snow too. Snow and then some people. Снег. 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 Олег. Джон снег тогда уже. Do you want to see? We are going to Valdemar. Yes, come.
Это маленький город на горе. Ага, там лишь снег. Потому что это очень высоко. So for the children to play. Ага. In Russia, no have, no, нет, in Russia no have snow now. Minus one, plus one. Awesome. No have. People in Russia, where snow? Climate don't know change. No, this is no normal. It's not normal. Climate change. It's not normal. Yes. Сармале. Ага. Значит, это капуста, лук, зелень и пюре. Ой, как детки. Ой, очень острый говорит. Детки бегают вовсю. Эрик, рот. Закрывай рот, когда кашляешь. It's an instant stain remover. So, like here, where она заляпалась. Red. Он предлагал Эрику на рубашку, а все равно. Смотрите, он она заляпалась. Взяла какой-то карандаш. Very helpful. Corte bene, señor Prado. Потерла, и она чистая. Pero también en Amazon igual. Pero tú sabes, eso sí que se compra. Where I can buy this? Don't they have something similar? No, they have a kind of sheer, but it's blue. And I don't remember the name. Do you want to be Doctor something? Spain? Yes. Yeah. They have a kind here. It will be with the washing detergent. Ага. Не помню название магазина. It looks the same, but blue. Обалдеть, как круто. Yes, it's better immediately, but also when I wash it, there will be nothing. Это что-то карандаш, представляешь? So for something like this, it's very light. It saves my shirt. Сейчас. Yeah. Блогер. Так, у Эрика здесь, значит, вот так. You have to press. Так. Сиди ровно, подожди, я стираю, не видишь? Подожди. Push. Нажми. Push. А нажимать push. Push me. Дай, подожди, Эрика. Подожди, Эрик. Давай, нажимай. Двигай. There you go. Ну, на момента. Нет, но. Вау! Окей. Окей. Поняла? Да, understand. Да подожди. Ну, короче, всё понятно. Окей, понятно, ладно. How are you? And now? Oh, it's difficult. Oh, heavy. It's heavy. Very heavy, no? Oh, what's difficult. But you can. You can, yes? Yes. Aki, give me some water, please. Thank you. And I need some here. And you here. This plant needs you. Here. Very good. Excellent job, good boy. And now, what are you doing now? Say hello. Hello. And now, what? Abba, come here. What are the greens? Come here. Oh, how yes. Nice. So nice. I want a boy like you. I want my boy like you. What? A shark. A big shark. Oh, I'm afraid of sharks. No, they're not. It's a nice shark. I see.
sharks are scary. Oh, whoa, 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 whoa. Big teeth, no? Sharks have big teeth, no? Yes, yes. But it's nice. But your teeth? How are your teeth? Let's see. Mm-hmm. How nice. Радику уже третий раз меняет еду, сейчас уже поставила кофе, принесут что-то еще. Всю предыдущую еду она убирала каждый раз. Малыш уже один уснул крепеньким сном, отдыхает. А что задумал вообще? Открыл букву, но не букву, а на букву. How old are you? How old are you? Me? Ten. Ну как тебе? Очень замечательно. Мы разговариваем сейчас на четырех языках в итоге. Как-то умудряемся друг друга понять. С переводчиками, не с переводчиками. Кто-то знает это, кто-то знает то. Ну, интересно. Очень даже. Все рассказывают про свои традиции, все рассказывают, как у них это блюдо готовится. И там, ну, интересно вообще очень. Очень интересно. Я умудрилась немножко заболеть, и я была такая, знаете, на грани эти все дни. Сильно очень, да. А вот сегодня я уже прям, вчера и сегодня я прям проснулась заболевшей. И меня спасают тайские всякие разные средства. Я хожу, все высмаркиваю, снюхаю вот эти вот штучки всякие из Таиланда. Мало того, еще закапываю нос. Олег купил какой-то травяной, как он называется, средство от насморка травяное. В общем, Эрик ругался на это средство, но оно помогает, оно пробивает. И спирт, я так считаю, тоже, потому что он прям аж кого-то выжигает. Прям все это. Да, до слез, реально до слез. Слава богу, помогает, потому что у меня уши заложены, но нос дышит. Пост-эффект такой, то что обычно, ну, у меня, по крайней мере, так, когда я просыпаюсь утром, у меня, ну, как будто заложен нос, как будто там надо что-то откашляться. А я на ночь сделать, я на ночь попробую вот фигню, и вообще с утра выпал, и все хорошо, удивительно. Ну, и помогает, да. Давай, ну, фокусируйся. Să ne dea la animate când eram noi copii. De zicea pagadii sau? Mă pagadii.